Это Свэй в утреннем шоу канала 6.45. Говорим о том, что случилось в Чикаго. В сети набирает популярность ролик про парня Худи, которого прозвали Жнец. Он остановил угон машины. Прав ли он, что взял правосудие в свои руки? Он стал настоящим народным героем. Что известно о стрелке? Вроде белый мужик. Я люблю свою семью. Но когда я был нужен им больше всего... 911, что случилось? Кто-то пытается проникнуть в мой дом. Кажется, они уже здесь. Нет. Я не смог их защитить. Папа, где мама? Людей, что сделали это, не нашли. Вы ничего не можете сделать. Я правильно понял? Если действительно хочешь защитить кого-нибудь... Я хочу купить пистолет. Сделай это сам. Мы закрыты, чувак. Кто убил мою жену? Кто еще был там? Я больше ничего не знаю. Я верю тебе, Джо. Значит, ты меня не убьешь? Нет. Домкрат убьет. Ты попал в перестрелку? Это сделал мороженщик. Мороженщик? Если на него не работаешь, лучше в школу не ходи. Ты кто, старпер? Твой последний клиент. Ты же не коп! Кто-то должен был это сделать! Вооружен, опасен и прекрасен. Типа того. Его прозвали ангелом-хранителем. Он спас мне жизнь. Выглядите гораздо лучше. Завели новых друзей? Не то чтобы... Что бы ни делали, продолжайте в том же духе. Отлично. Не вопрос.